большего я нічого не чакала, бо влада не змянілася, як была репрессивная. Так яна і засталася. І надушить все национальное, все родное, все, что нам дорого исторично, то, значит, влада и ганить. Покарання дали. Больше, чем моя пенсия. Но это отчувально для вас? 2,5 миллиона? Я думаю, отчувально, потому что моя пенсия 1 700 000. Вот, 2,5 миллиона отчувально. Что ж зробишь? Треба тривать? А лишь я лечу, что, коли мы маем человечий гонор, треба сопротивляться этой уладе. Бо улада античеловечая и антинациональная, подкресливаю.